Слушай, мне пора. Я перезвоню. Проблемы? Все под контролем. Пока ждем Чикана. Вы тогда расскажите мне о новой зацепке, о записи с разведкамеры. Полиция этим утром занесла. Там попорчено много. Но Чан сотворил свою магию и смог частично восстановить картинку. Там виден Аук в желтой толстовке. Он оставлял пакеты в местах взрыва. Распознавание лица запускали? Опознали его? Лица там не видно. Но пакеты те же, что используют Талос Рукер и его помощники в комплексе Утулек. Путь не близкий. 3 теракта в Праге за 6 месяцев, Дженсен. Все случилось после того, как в этом гетто поселился лидер КПА. Рукер должен ответить за теракт. А вот и Чикана. Опоздал. Или вы рано пришли? Ты как раз вовремя. Агент Дженсен согласился, что нам нужно задержать Рукера. Быстрый захват и отход. Вроде несложно. А мы уже решили, что он виновен. Нам просто надо с ним поговорить. На наших условиях. А не когда он среди фанатиков. Пробраться в Голем не проблема. А вот добраться до Рукера, да. Территория КПА тщательно охраняется. Туда не пускают никого. Даже полиция? Им нельзя. Рукера в город Големов не насильно загоняли. Он туда попал подкупом. Точнее сказать, шантажом. Он угрожал представить публике доказательства гуманитарного кризиса. Того самого, который совбез ООН заметал под ковер. Сделал так, что они вынудили чешское правительство отдать ему часть комплекса Утулек. Такое тайное прибежище получилось. Он ведет себя тихо и гарантирует безопасность себе и последователям. Умно. И как мне туда попасть? Я договорился с парнем, новичком в КПА. Его зовут Тибор Сокол. Пообещал вывести его семью из комплекса, если он проведет вас мимо охраны КПА. Вы ему верите? Приходится. Или так, или никак. Сокол встретит тебя в квартире в жилом квартале номер 237. Вопросы будут? Мне кажется, Рукер больше прожженный политик, чем террорист. Сейчас особой разницы уже нет. Но Рукер был уважаемым доктором, без военного обучения. Я что-то упускаю из виду. Рукер — человек глубочайших убеждений, с непоколебимой верой в собственную правоту. Чтобы подтолкнуть такого к терроризму, много не нужно. Настоящий фанатик. Он подозреваемый. Бери его, и все. Вы правда думаете, что в атаках виновата КПА? Во всех? У КПА были средства, мотив и возможность. Во всех случаях. Даже Дубай. Рукер и коалиция ограничены городом Големов. За ними там приглядывают большие силы полиции. Голем не концлагерь. Подмажешь кого надо, получишь нужные бумаги и гуляй туда-обратно. Как-то в это не верится. Ну так раздобудь доказательства обратного. Доберись до Талоса Рукера и приведи его к нам. Пора уже разобраться. Сообщите, когда возьмете Рукера. Черт возьми, Дженсен. Каждый раз, как смотрю на тебя, все в голове не укладывается. Столько железа. Ты скажи, твои запчасти работают нормально? Лучше не бывает. Ты бы тоже подумал насчет хромоты. Не, мне с хромотой лучше. Честнее как-то. К вылету готов? Ты мое единственное прикрытие. Мне перед отбытием хотелось бы знать, что ты реально меня прикроешь. Не волнуйся. Я 10 лет отлетал в ВВС ЮАР и 5 в частном секторе. Директоров возил. За все это время проколов не было. А в ОГ-29 сколько лет? 2 года.
что на полтора больше, чем у тебя, как я понимаю. Так что, будем дальше рабочий стаж обсуждать, тратить время? Или ты мне все-таки дашь сделать работу? Начинаем. Хорошо, пристегнись. Интересный у тебя ритуал подготовки. Ты достаточно зол, чтобы убить его? Приказ не убивать. Правда? Я думал, он сделал достаточно, чтобы пленных не брать. Мы далеко? Я на подходе. Площадок нормальных мало. Куда сядем? Спустись как можно ниже. А дальше я сам. Как скажешь, босс. Я нормально. Как близко ты высадил меня к месту встречи, жилому блоку 237? Дженсен, ну уж не на самый порог. Жилой сектор должен быть впереди. А я пока на автопилот переключусь и кофе поставлю. Сообщай, если будет что интересное. Необходимо произвести сканирование. Приступаю к сканированию. Добро пожаловать в город големов, Железка. Извините, что помешал. Я ищу Сокола, он меня ждет. Какого? Моего мужа Душана или его глупого брата Тибора? Да неважно уже. Впрочем, полиция их обоих забрала в теснины, чтобы выбивать информацию, которой у них нет.
День был трудный, особенно тут. Это заметно. Может, я смогу помочь? Что случилось? Вам-то что? Мой муж пропал. Тибор сказал, что сможет вытащить нас из города големов. У него встреча с... Стоп. А вы кто? Встреча со мной. Тогда, возможно, шанс есть. Шанс всегда есть. Простите. Обычно они только членов КПА забирают. Тибор из КПА. Его забирали раньше. Сейчас, после терактов, пришли за Тибором. Душан спросил, в чем дело? И забрали моего Душана. Он ничего не сделал. Ничего! Вы знаете, куда их забрали? Я уже сказала. В теснины. Вместо глупых вопросов, почему бы вам что-нибудь не сделать? Не стойте тут! Помогите им, пожалуйста! Чеканы, у нас неприятности. Нашего связного забрали в полицию. Я слышал о полицейских в големе, Дженсен. Твоя интерполовская карточка для них не указ. Это ничего. Я ее все равно не взял. Его держат вместе под названием Теснины. Я с тобой свяжусь, когда его найду. Да хватит! Сакра! Мы не боимся вас, слабаки! Они с ума сошли! Смотри, давай! Без тебя забот хватает. Думаешь, нам это нравится? Нам это нужно! Уходи отсюда. Умным железкам надо бы знать, где им не рады. Смотреть по базе. Брат, осторожнее! Сегодня тут везде легавые. Я заметил. Ты и есть Тибор? Да, ты опоздал, интерполовец. Знаю. Я говорил с твоей невесткой. Она рассказала, что случилось. С Аделлой? Она в порядке? Похоже, она способна за себя постоять. Да, это точно. Ты знаешь, что я сейчас не могу помочь. Слишком опасно. Тибор, я могу вытащить тебя отсюда. И что потом? Они придут ко мне домой и снова меня заберут. А если тебя там не будет? Нет! Нет! Пожалуйста, так будет только хуже. Они знают, кто я. Они приходили к моим родным. Интерпол обещал вытащить в безопасное место и тебя, и твою семью. Безопасное? Нет никакой безопасности. Только тираны, угнетающие слабых. Ну ладно, Тибор. Послушай, я понимаю, ты не можешь пойти со мной. Но мне все равно надо найти Ругера. Иначе то, что сегодня случилось с тобой и семьей, случится и с другими. Я все улажу с Интерполом. Может, ты поможешь мне как-то еще? Есть один контрабандист, Луис Галуа. Он возит товары для Талоса. Нейропозин, виски. Луис может тебя провести, но придется оказать ему услугу. Он любит услуги. Это уже что-то. Еще мысли есть? Один полицейский забрал у меня ключ-пропуск на территорию КПА. Он, наверное, до сих пор у него. Спасибо, попробую его найти.
Прошу тебя. Я знаю, ты не обязан. Но если встретишь моего брата Душина, помоги ему. Адела меня убьет, если с ним что-то случится. Не сомневаюсь. Я посмотрю, что можно сделать. Чиканы, у меня сообщение Миллеру. Сокол отказался от сделки. И почему я не удивлен? Он боится за семью. К тому же кое-что я от него все-таки получил. Он рассказал, как можно попасть на территорию КПА. Будь осторожнее, Дженсен. Я бы не доверял этому засранцу. Дай знать, как будешь на месте. Не бросай меня одну. Я знаю, где копы прячут конфискованный нейропозин. Ага, ну Тибор-то уж точно. Я у него забрал, ну, ключ, карту какую-то, пропуск. Есть у меня предположение, зачем это нужно. Если я прав, то он точно искал. Бесстрашный Аугура Алейра. Нет. Если только про Равию говорить. Нам он не хочет. Земля обетованная. Если только мы не хотим. Эту дыру тоже так. Полированная жопа. Вот скажи, почему с Равией должно получиться иначе? Он мелкая сошка, это ясно. А душа, небось, и вовсе не замешан. Но не будем это пропускать, пока не получим какой-то выход. Ладно. До встречи. Да, так точно. О, какая ты симпатичная железка, да? Не знаю, на кого ты работаешь, железочка. Но от меня держись подальше, если в камеру не хочешь. Ты ауковая мой страх. Теракты можно было предотвратить. А теперь мы не знаем, кого искать. Не заставуйтесь. Да, Франция. У меня есть ключ-пропуск от лифта, который ведет на территорию КПА. Понял тебя. Я полечу вперед, проведу рекогносцировку. Свяжись со мной, когда будешь на месте. Вы пришли по делу? Да. Вчера сплоховал. Живот нема смысла. Слишком красный. С этим будет проблема. Какой приятный сюрприз. Я не ожидал сегодня клиентов, учитывая, что творится снаружи. Вы Луис Голова? Да. Если вы по рекомендации, могу я узнать, кто из моих клиентов вам меня рекомендовал? Тибор Сокол. Ах, бедный Тибор. Чем же я могу помочь? Когда я говорил с Тибором, он сказал, что вы можете помочь мне незаметно пройти на территорию КПА. Что же именно он сказал? То, что вы тайно доставляете припасы в Голем для Талоса Рукера. Тибору нужно осмотрительней выбирать собеседников. Еще он сказал, что за это вы захотите услугу. Да, так случилось, что у меня есть нужда в человеке ваших талантов. Полиция конфисковала часть моего нейропозина. Они держат его в хранилище у входа на рынок. Значит, чтобы вы дали мне доступ, нужно всего лишь забрать ваши вещи у полицейских, которые ненавидят ауков. Времена нынче, увы, неспокойны. А вы мне кажетесь весьма способным человеком. Ну, раз так, хорошо. Отлично. Буду ждать вас с нетерпением. Но пока вы здесь, не желаете ли что-нибудь купить? Я пока что пойду. Как вам угодно, но надеюсь на скорую встречу.
Да мы с этим вообще ничего сделать не можем. По крайней мере, на законных основаниях. Найти ответственных за трагедию на Ружечке. Если чуток перестараемся, ничего страшного. Так тому и быть. Ничего. Хватит, Камо! Камо!
Возвращением. Вы принесли то, о чем мы говорили? Вот, держите. Отлично. За это я открою вам защитную дверь в задней части комнаты. За ней вы найдете лестницу, по которой и попадете в нужное место. Благодарю за помощь. Ну что вы, не стоит. А мы с этим вообще ничего сделать не можем. По крайней мере, на законных основаниях. Понял? Перезвони. Дженсен? Мне тут становится грустно и одиноко. Есть новости? Ага. Оказывается, в городе големов лучшая валюта — это услуги. Мы снова в деле. Я направляюсь в область под названием Глотка. Оттуда попаду на территорию КПА. Хорошо. Я сообщу Миллеру и полечу вперед. Проведу для тебя рекогносцировку. Понял. Виктор, взяли одного. Шлялся по рынку, как ты и говорил, да. Я гляну, братик. Так, посмотрим, что у нас тут. Эти малыши бывают сюрпризом. Иногда они с катушек сдаваются. Даже если... Надо было резать синий. Если б все в жизни было так просто. Ты заблудился, брат. Наверное, повернул не туда. Ты, наверное, комитет по встрече? Нет, я Марченко. А Марченко, он скорее страж. Как Цербер у врат Аида. Да, именно. Я не очень разбираюсь в классике. Очень жаль. Предпочтения в книгах говорят о человеке многое. Можно дать тебе дружеский совет? Валяй. Развернись, иди домой. Здесь тебе делать нечего. С чего ты так решил? Ты меня не знаешь. Зато я знаю это место. Мы его называем Глоткой. А глотки иногда режут так, когда чужаки идут туда, где их не ждут. А я рискну. Хочу увидеть, где прячется КПА. Мы ни от кого не прячемся. Скажи это вон тем полицейским. Не слушай, что полиция брешет про КПА. Эти псы хлопотные везде ходят, головы ломают, устраивают беспорядок, а нам потом разбираться? За собой лучше следи. Они тебя жалеть не будут. Хоть ты их породы, хоть левый какой-то. Полиции бы здесь не было, если б КПА не взорвала станцию. А где улики? Ну, ты этого не отрицаешь. Иногда нужно пролить кровь, чтобы привлечь внимание. Это закон природы. В самом стержне этого города есть истина. А что насчет невиновных людей, попавших под обстрел? Как вы, американцы, говорите, сопутствующие потери? Вот это и есть судьба всех, кто не сделал выбор. Правильный выбор. Звучит как угроза. Понимай, как знаешь. То, о чем ты говоришь, это терроризм. Правда. А я думал, это беседа двух людей. Обсуждение проблем современности. Как твой друг Рукер. Его часто видно в сети. Он думает так же, как и ты?
А, да. Талос. Хороший человек. Сильный, умный, принципиальный. Ты мог бы многому у него поучиться. А ты, похоже, уже научился. Настоящий истинно верующий. Проживи денек в этой дыре, и сам таким станешь. Увидишь то, что видим мы. Угнетение, деградацию. И узнаешь. Талос Рукер видит все. У него есть ответы. А ты уверен? Или просто хочешь, чтобы это было правдой? Как бы ни были интересны политические дебаты, но ты испытываешь мое терпение. Да и дел у меня много. Я тебя предупредил. Уходи отсюда. Пока можешь. Ты сейчас вербовочную речь толкнул? Надо сказать, это полное дерьмо. Знаю, что я думаю. После взрывов все изменится. КПА сама сделала себя врагом номер один для людей. Может и так показаться. Пока что. А сейчас? Сергей! Ты тут поосторожней. Ха, такой блестящий. Жаль будет, если покрытие поцарапают. Туристы испугаются. А, да. До встречи. Чеканы, свяжи меня с Миллером. Передай сообщение. Свяжи... Кто я тебе? Твоя драная секретарша? Дженсен, я слышал, ты снова в деле. Да, но мне нужно, чтобы вы прогнали имя через Айлинг. Виктор Марченко. У меня насчет него подозрения. Хорошо. Но не забывай, твоя цель — Рукер. Если за атаками стоит он, то все остальное складывается. Виновных людей нет никакого оправдания. Мы требуем, чтобы сотрудники полиции
Чеканы, я на территории КПА. Как там твоя рекогносцировка? Похоже, что первый сектор раньше был хранилищем. Судя по тому, что я вижу, теперь у КПА там жилые отсеки или казарма. Это две совсем разные вещи, Чеканы. Нельзя ли поконкретнее? Скажем так, там у всех есть оружие. Так что решай сам. Угу. Сокол, успокойся. Не говори мне! Нет! Не говори мне успокоиться. Когда они хотели меня запугать, чтобы я привел их сюда, но я отказался. Кто? Интерпол. Они придут сюда. Легавые знают, что с ними будет, если они сюда сунутся. Не полиция. Интерпол. Думаю, они хотят арестовать Талоса. Успокойся, Сокол. Если придется преподать Интерполу такой же урок, как полиции, так тому и быть. Мы сделаем что угодно, чтобы защитить Талоса. Иди, будь начеку, и мы вместе разберемся с твоим Интерполом.